В регионе родился сотый ребенок с начала 2018 года. В честь этого события регистрация малыша прошла в торжественной обстановке. Она состоялась в отделе ЗАГС аппарата администрации Ненецкого округа. Девочка Юлиана стала пятым ребенком в семье Василия Тайбаре и Ирины Косковой. И, по словам родителей, далеко не последний, рассказывает Ольга Русул. Маленькая Юлиана появилась на свет 19 февраля. Конечно, ни она, ни ее родители не знали и даже не догадывались, что девочка станет сотым ребенком, который родился в этом году в округе. Во время торжественной церемонии ее именноречения малышка сладко посапывает на руках папы, пока мама получает первый документ – свидетельство о рождении, памятный знак родившемуся в НАО и подарки. Ответственность за воспитание. Я желаю вам, чтобы вы успешно справлялись с этой задачей, чтобы воспитали вашу дочку достойным представителем общества нашего округа. Юлиана стала пятым ребенком в семье своих родителей. У нее уже есть старшая сестра и трое братьев, младшему из которых 2 года. Мама Ирина признается, всегда хотела иметь большую семью. Ребенок запланированный. Но на достигнутом они с мужем решили остановиться. Поднимать детей нелегко. У нас квартира двухкомнатная, правда. Маловато, но этому рады. В земельном участке многодетной семьи отказали, мотивировали тем, что квартира в собственности, а на очереди на улучшение семья не стоит. Однако родители не унывают, говорят, было бы здоровье, воспитаем. Ольга Русул, Вадим Носкин, телеканал «Север».